Мужское и женское нижнее белье марки C&A. Это сток, лоты по 3 килограмма, небольшие. Angel Electrica. Мужские трусы среднего размера, М-ка, хлопок. Женские трусики, здесь тоже у нас хлопок. Размер М-ка. 90%, 95% хлопка, 5% эластана. М-ка, размер средний. Так, трусики большого размера, тоже хлопок. Это L-ка, мужские трусы, боксерки большого размера. S-ка, мужские трусы маленького размера, 95% хлопка в составе. Так, еще одни мужские трусы, М-ка, размер средний. Так, тоже мужские, L-ка, трусы большого размера, в составе хлопок. В основном все из хлопка, 2XL, но здесь у нас полиамид и эластан в составе. Эти отличаются. Так, женские трусы большого размера. Давайте посмотрим, какой именно размер. Элька в составе хлопок. Мужские боксерки большого размера. Тоже хлопок в составе. Так, это женские. Очень много, кстати, больших размеров. В основном все из хлопка. Много мужских трусов. Поэтому обратите внимание, кому нужны мужские, кому они вовсе не нужны. Бюстгальтеров мало. Вот пока смотрим, ни одного бюстгальтера не было. Так, это все из хлопка. М. Здесь тоже М. Ну, все М-ки. Кстати, мужские трусы. Женские L-ка. 50 на 50, наверное, примерно, соотношение мужских и женских трусов. Размер XL. М-ка. Маленьких нет. Очень маленьких. В основном М-ки, L-ки, XL-ки. S-ка, Angel Electrica. Тоже ХБшные мужские трусы. Тут размер очень большой. 3XL. М-ка. Тут XL. Вот целая упаковка женских трусов. Размер XL. Все из хлопка. 7 штук там. Мужские боксерки. Размер L. Женские хэбэшные трусики. Вот еще одни женские. Видите, в основном одни трусики. Плюс в том, что они хэбэшные, размеры большие. Ну, а минус в том, что бюстгальтеров совсем нет. Стрингов тоже нет. Так, топ такой есть спортивный. Размер маленький S. Вешалки сломались. Так, это S-ка. Бюстгальтер большого размера. 90E указан европейский размер. Еще одни женские трусики. Так, здесь тоже несколько штук. Женские трусики больших размеров. М-ки. Тоже ХБшные. Ну, тоже хлопок. Элька. Элька. Гораздо быстрее идет видеообзор, в отличие, например, от кальцедонии, где в основном все маленькое. А тут одни трусы вытащил, как 10 кальцедоний получается уже. Так, и последние трусы. И на этом все.